Всем привет! Продолжаем путешествовать по миру искусства, смотреть какие-то картины, узнавать что-то новое. Я нашел описание картины «Самсон и Далила» Макса Либермана. 1901-1902 год, холст масла, 151 на 212. Большая картина. Немецкий художник Макс Либерман к концу столетия выработал собственный узнаваемый стиль. Хотя по богатству цветовой палитры и смелости композиционных решений мастер немного уступал своим французским коллегам, именно ему удалось стать родоначальником и ярким представителем немецкого импрессионизма. Далила, возлюбленная Самсона, одного из 12 судей Израилевых, отличавшегося физической силой и бурным темпераментом, страсть и погубила героя. Чтобы заманить его в ловушку, филистимляне, воевавшие с израильтянами, подкупили красавицу Далилу, с древнееврейского это имя переводится как «ниспадающий локон», чтобы она выведывала секрет небывалой силы Самсона. После долгих уговоров он открылся любовнице. «Бритва не касалась головы моей, ибо я на заре Божией от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя, я сделаю слаб и буду, как прочие люди». Когда мужчина уснул, Далила острила ему волосы. На картине зритель видит, как она торжествующе поднимает отрезанные локоны и отталкивает Самсона. А он тем временем спит, не подозревая, что произошло. О, женщины! Либерман выбрал большой формат холста. Фигуры написаны практически в натуральную величину, что не может не производить впечатление. Колорит произведений богат светлыми, свежими красками, женской кожи, белизной и нежностью контрастирует с мужской. Художник великолепно передает свет и атмосферу утра. Мазки быстрые и сочные, несмотря на размер. Кажется, будто полотно создано в один прием. Удивительно точно схвачена неловкая поза Далилы, пытающейся вырваться из-под тяжести тела спящего Самсона. Драматизм картины достигается за счет сочетания торжествования женщины и бездействия ее любовника. Ну вот такое описание картины «Самсон и Далила» Макса Либермана я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания. Я пользовался данными из интернета и издания «Великие музеи мира».